Смотрите, это же подарок от хозяина забора. Давайте поиграем с роботом. Давай приготовим бутерброд. Какой аппетитный бутерброд у нас получился! Нам опять кто-то звонит. Котята, это сотрудник банка. У нас новая программа помощи бизнесменам. Мы можем помочь вам открыть свое кафе. Здорово! А что для этого нужно сделать? Мы готовы перечислить вам нужную сумму на карточку. Но нам нужна информация о ней. Вы должны назвать мне цифры, написанные с двух сторон на папиной карточке. Здорово! Я сейчас позову папу! Это не обязательно! Вам не стоит ничего говорить родителям, если вы хотите устроить им очень приятный сюрприз. Это точно! Мама и папа любят сюрпризы! Я думаю, карточка у папы в кабинете. Давайте найдем ее! Отлично! Перезвоните мне, когда найдете, и скажите цифры. Мы сразу же переведем нужную сумму. Давайте найдем папину карточку. Нажимай на предметы, чтобы искать карточку. Отлично! Мы нашли папину карточку! Давай вспомним, где на карточке нужные цифры. Отлично, мы нашли все нужные цифры. Миу, 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 миу! Котята, привет! А что вы делаете в папином кабинете? Мама, это сюрприз! Да, нам сказали ни в коем случае не говорить родителям. И что же это за сюрприз? Нам позвонил какой-то дядя из банка и сказал, что поможет открыть кафе, если мы ему скажем цифры с папиной карточки.
Ну что же вы, котятки? Данные с карточки никому нельзя говорить. Ни в коем случае. Дядя, который вам позвонил, мошенник. А кто это такой, мошенник? Мошенники обманывают людей и отнимают у них деньги. Если бы вы сказали ему цифры с карточки, он бы украл с нее все наши накопления. Запомните, сотрудники банка никогда не попросят у вас цифры с карточки. А если это все же был хороший человек и правда хотел помочь? Если вам звонил кто-то неизвестный и что-то просил, всегда сначала расскажите родителям. Так вас точно не обманут. Мы больше так не будем, мама. Хорошо, что мы все рассказали. Если вы хотите устроить приятный сюрприз и помочь нам с папой, можете помыть посуду. Втроем мы управимся очень быстро и поможем маме. Давай помоем посуду. Отлично! Мы помыли всю посуду. О нет, попугай проголодался и вылез из клетки. Давай уберем весь этот беспорядок. Отлично, мы все исправили. Котята устали. Давай уложим их спать.